Еще раз панорама с горы Псумийской. Это форт Знесения. То есть помник. Это Иисус, вот, или там что-то такое. Памятник Иисусу. Какую-то там ручницу, что-то такое. Даже не в ручницу, а да, в огонь тут мне мало интересует. Так, направда. Слушай, а то те вороны. Попадем на сточню. Пенькна. Чудесно. Надо будет мою людку вытянуть. Это вот валы форта, до которых нема достемпу. Какие-то магазины фортечные. Ну, я мог вам бы. Ну не, я сейчас по снегу особо не буду. Вот, и дверь запчасть. Но стоит зарубить деньги. Пойдем на скучный попасть. Сток на Артярский, да? Не скучный. Трошки тут обморожено. Опа, опа. Вот те пушки на скочне. При такой погоде то повинно добре делать. Вот еще уикенд. Вы видите, урохоменный-то. Супер. Группер. Изъезд. Пойдем там, пройдем. Снимаю. А, ретро-трансляционная вышка. Вот она, так вот. Выглянда. Сток на Артярске. В смысле, еще трохи зимы есть в том году. Там там не было цали. Я мыслял, что Бенди так само оказывается жене. Ладно, пойдем и поздравим это. О, в том року, ну, мають моя любуня, мав посадження добре, нарти і все, то могла би то прийти, а ми би її пофільмували. Вот так выглядит. Точно.
легенда. Скочена нартярська, в смысле. 4 грудня. Побачимось собі за тиждень. Але там, як уж трохи нападала, то можете армати урухомляти, в тебе буде супер. Заносяться на те, що в тим року сток бенді діяв на 100%. Ну, то є з брама того форта Знесення. Ну, добре, ні. Наразі, ні. Дивно. От ще раз так. Дивно. Дивно. Додому. Добре, йди би на дороги. Ехать. Спеціальний урух у мене. Кидись то купувалом води. Ой, не би домовив. Ну і от ми доходимо до нашої татарської. Тут ще поробимо кілька день. Так, то все читаємо. Тис планч. Тис як брама форту 16 це три крижі. То брама, а не форт три крижі. Три крижі то є там далеко, там форт був там. Брама Саноцька дольна. Брама форту три крижі 671 метрів. До нього, а 1400 метрів до брами Саноцької, але то ліпій здову. Отак от вигляда наша спаняла подружка.